Знаете, куда, ребят, я вернулась, и на самом деле я вернулась в Adopt.me, ребята, в Adopt.me, офигеть, я тут не была год. И сегодня я хочу вместе с Брайсом показать вам топ-5 игроков в Adopt.me. Погнали. Тот, кто постоянно кидает трейд. Так, ну что, я вот вышла вот тут вот на серединочку, чтобы поиграть с ребятами и показать своего классного пэта. Считаю, что он у меня очень-очень крутой. Нет, я не хочу ни с кем трейдиться, отстань. Блин, что ко мне пристал? Блин, я считаю, что мой пэт просто очень крутой, хотя он сейчас болеет, и ему как-то плоховато, походу. Я не знаю, что он за мной бегает постоянно? Что надо? Я не хочу. Что ты с крысой тут бегаешь? Ой, хотя офигеть, у нее крыса светящаяся, очень круто. Нет, я не хочу с тобой трейдиться, блин. Что ты постоянно ко мне пристал? Так, нужно отойти вот сюда в сторону, чтобы меня никто не трогал. Так, я не хочу трейдиться. Зачем? Зачем? Я не хочу. Я просто вышла со своим бэт-драконом просто вот так погулять, и что ты за мной бегаешь? Просто достал уже реально. И что надо? Ну вот хорошо. Да не хочу я с тобой трейдиться. Я не понимаю, как человек не понимает с первого раза, ребят. Когда ты первый раз отказываешь в трейде, ну типа и все. Это значит, что ты не хочешь трейдиться. Зачем постоянно предлагать трейд? Что вообще надо? Может, он что-то в чате пишет? Нет, в чате никто ничего не пишет. Чё надо? Зачем постоянно трейд свой предлагать? Я не понимаю. Опять предлагать? Да это какой-то ужас просто. Нафига мне предлагать этот трейд? Нет, я не хочу. Так, ребята, я не хочу трейдиться, но это просто уже достал этот меня. Человек достал это меня. Опять предлагает. Ну, хорошо. Давайте вот я сейчас просто соглашусь. Я не знаю, может, он мне что-то хочет дорогое предложить, какой-то подарок подарить. И что вот он мне сейчас предложит? Может, у него вот эту свою крысу, что какая-то ветка? И что это такое? Серьезно, это все? Подтверждает? Нет, это просто какой-то ужас. Типичные бомжи в Adopt.me. Итак, ребята, новый день, новые трейды. О, опять никого нету, отлично. Правда, стоит бомж почему-то. Обычно бомжи всегда стоят homeless. Homeless переводится как бомж. Кто знает английский, ребят, плюс чат. Привет, подари пэта, у меня их вообще нет. Ну, блин, ребята. Ну, ладно. Я, в принципе, не злой человек, вы же знаете, ребята. Я не злой человек. Я не злой человек, я всегда помогу. Вот еще, пожалуйста, пишешь. Ну хорошо, хорошо, вопросов нет. Вообще нет пэтов. Вот так вот, тут все, короче, плохо, ребята. У меня есть вообще что подарить? Ладно, давайте кинем трейд и посмотрим. Окей, так, давайте, кидаем. И что подарить? Что подарить? Ну, давайте какого-то такого не супер дорогого пэта, потому что, знаете, чтобы жалко не было. Ну, давайте подарим, например. Ну, я не знаю, можно, например, снеговика. Давайте снеговика подарим, почему бы и нет. Я думаю, это прикольно, ребята, будет очень приятно. Человек, наверное, бомжик без пэтов, не знаю, где-то потерял, может быть, его взломали или еще что-то. Но, видите, сейчас на одного человека станет больше счастливого. На одного счастливого человека станет больше, ребята. Спасибо большое, пишет. Ребята, мы только что подарили питомца человеку, подарили хорошее настроение. Это просто замечательно. Я очень рад, ребята, что вот я сделал доброе дело в Adopt.me. Это просто замечательно, это просто хорошо. В смысле? У этого человека бэт-дракон? То есть... Меня только что обманули на питомца? Тот, кто постоянно за дорогих пэтов трейдит дешевых. Ребята, вы только посмотрите, у него НФР-дракон, боже. Это Б-дракон, офигеть просто. И у него лучше, чем у меня. Так, я хочу с ним затрейдиться на этого дракона. Так, я предлагаю ему трейд. И сейчас я просто готова избавиться от всех своих. Окей, я дарю вот этого Б-дракона. Я дарю вот эту НФР-кенгуру, офигеть. Так, вот я дарю кицуне. Просто я дарю все. Вот этого попугая, блин, это эти пэты стоят просто дофига. Вот этого вот тоже дарю. Я не помню, как вас. Я подарю пчелку НФР, блин. Что же еще подарить? Что же еще? О, вот эту НФР-сову. Итак, я хочу нажать, наверное, что все, я готова это затрейдить. Я нажимаю. Вдруг мне сейчас предложат, что... Я очень надеюсь, что мне сейчас предложат вот этого НФР-бэт-дракона, потому что этот бэт-дракон, мне кажется, стоит просто миллионы, ребята. Так, ну что же? Он мне предлагает какого-то простого динозавра за то, что я предложила. Все, это все...
это все? Что? Я ему предложила таких пэтов, а он мне предложил только одного простого какого-то динозавра, хотя слетает на Б-драконе НФР. Нет, ребят, так не пойдет. Человек, который забыл включить трейды в Adopt.me. Прекрасно играть в Adopt.me спустя так много времени. Я наконец-то решился, ребята, затрейдить как можно больше питомцев, но что-то тут на этом сервере никого практически нет, только вот одна женщина, когда Галла стоит. Так, и она продает... О, утка, в принципе, можно. Утка — это довольно, по-моему, олдовый пэт. Я не знаю, ребят, можете в комментариях написать, какой это пэт, олдовый или нет. По-моему, это старый, очень старый, его сейчас вроде нельзя выбить. Давай трейд. Так, ну, она, получается, хочет затрейдить эту утку. На что? Давайте спросим, на что? На что? На что ты хочешь, чтобы я затрейдил? Точнее, ты хочешь затрейдить утку эту или что? Только вот я не знаю, ребята, какого питомца вообще можно затрейдить. Потому что хотелось бы... кого-нибудь прикольного, но тут всего лишь один человек, трейд утка. Утка, в принципе, вариант неплохой, на самом деле. Ну ладно, давайте затрейдим. Мне кажется, хорошо, мне как раз есть питомцы, чтобы там все можно было дать. Так, давайте кинем трейд, в принципе, утка мне пригодится. Так, Спирягова не принимает трейдов, в смысле, трейд включи. Вообще-то, женщина, алло, трейд включи, я не могу как бы ничего сделать. У меня все работает. В смысле, может, это я дурак? А ну-ка, давайте еще раз трейд кинем. Написано, что не принимай трейды. У тебя не работает. У тебя не работают трейды. Я не могу. Алло, у тебя не работают трейды. Я не могу тебе прислать ничего. Вообще-то все включено. В смысле включено? В смысле? Так, еще раз. Ну не принимает. Проверь еще раз. Проверь. Еще раз. Это у тебя проблемы? В смысле? У меня нет никаких проблем. Давайте зайдем в настройки, посмотрим. Все нормально у меня, я могу всем присылать трейды. Чем мне могут присылать все трейды? Я не понимаю. Проверь еще раз, давай. У меня все работает? Да не работает у тебя ничего. Алло, я еще раз кидаю. Она не принимает трейды никакие. Как я ее отправлю вообще? Алло, на себя посмотри. Что на себя посмотри? Что она пишет? Что она хочет от меня? Что значит на себя посмотри? О, денежки. Сам почини свои трейды. У меня все работает. У меня, блин, все работает. Я не могу кинуть тебе трейд. У тебя написано, что ты не принимаешь. Я тут при чем? У тебя не работает? Я не понимаю, ребята. У меня все включено. Пишет, что у нее не работает. А она мне пишет, что это у меня не работает. В смысле? Что это за фигня такая? Какой-то очень странный человек на самом деле. Все с тобой понятно, у тебя нет пэтов просто. В смысле у меня нет пэтов? Я не понял, ребята, ничего, если честно, ну ладно. Не забывайте, что у Анечки тоже есть свой канал, где мы снимаем вместе видео. Поэтому ссылочка на нее будет в описании, обязательно переходи и подписывайся. Кто всегда обламывает с трейдом. Так, ну что ж, ребята, я достала своего Шунечку. И сейчас хочу потрейдиться вот с этим голубем, который танцует. Это голубь-пингвин, я не знаю, это какая-то жесть. Но у него очень прикольный бык, и я бы с ним потрейдилась. Да, поэтому давайте потрейдимся с ним, поменяемся, может быть, какими-то классными пэт. Ну, давайте я ему предложу тогда что-нибудь. Что же ему предложить? Ну, давайте я предложу ему НФР пчелку. И давайте предложу ему вот такого, я не знаю даже. О, вот такого давайте предложу ему вот этого вот дракона. Я, в принципе, согласна. Так, и что же он сделает? Так, ну что, ждем, когда он предложит мне каких-то пэтов взамен. И тогда посмотрим. Мне кажется, он должен предложить что-то хорошее, у него вот очень классное, классный вот этот бычок булка, в смысле он просто так берет и предлагает, типа забирает поэтов, соглашается без трейда, типа он что думает, я ему дарю это? Нет, я не собираюсь ему дарить никакие подарки, это конечно вообще, это тебя просто обламывает человек, когда ты ему предлагаешь пэт, хотя он с классным пэтом, блин, и мог бы потрейдиться, но это конечно вообще ужас.